Ладно, бабуль, раз уж котенок убежал, тогда в следующий раз приеду. Пока! Ну вот, котенок, завтра я с тобой приеду и заберу тебя. И назову тебя Фунтиком. Фунтик, что ли? Фунтик! 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 Что ты тут делаешь? Ты же далеко убежал. Стой! Алло. Все хорошо будет, я успею, папа, не переживай. Угу. Я тебе привет передам. Хорошо. Ладно. Пока. Уже еду. Скоро буду. Без меня шашлыки не начинать. Да, доеду без проблем. Проблемы. Девушка, простите, вы местная? Нет. Я тоже. А что вы делали? А вы слышали здесь такой звук, такой страшный, неприятный? Нет, зато видел. А что вы здесь делаете? Я ехала потом за котенком. Здесь забыл делать. Ясно, я тоже вроде того же. За котенком?
Нет, за машиной. Неважно, от жары, наверное. Кстати, Дима? Не бойтесь, сам боюсь. Места здесь какие-то странные. Эля. Подожди, тише. Слышишь? Нет. Ау! Люди! Отвлекаемся. Давай. Кто там? Ну, где вы? Вижу, иду! Спасибо, что откликнулись. Я ничего не понимаю. Вы не поверите. Дай-ка угадаю. Ехала, остановилась, пошла и заблудилась. Ну да, почти так. Наш человек. Эля. Регина. Дима. Может, костер разведем, прохладно становится. Ну что такое? Да что ты не горишь? Гори уже! Гори! Да, здесь время течет по-другому. Быстрее темнеет и светает. Надо отсюда выбираться. Мы здесь уже были? Вроде нет. Да-да, мы здесь с Элей встретились. А, значит, кругами ходим. Отступать, а лучше бежать. Ты ж погубишь моего брата. Кольцо и радуга помогут. Да что ж такое-то, а? Не хочу я быть с тобой, прости. Да, все хорошо будет.
где? Идемте к этому красному дому. Вообще-то дергали. Ну, сейчас я перелезу. Ходим. Правда, а сука? А, давай. Твое кольцо снова светится? Что это было? Брызги воды попали на стену. Правда, мы там в другой одежде. В видении. Похоже на меня. Нашел пистолет. Расстрелял дом. Потом... По-моему, хотел себя убить. Что с тобой? Ты как будто исчезал. Что-то мне не по себе как-то. История какая-то знакомая. Ты же рассказывал, что видел ее в видении. Нет, не то. Как будто слышал. Раньше. Тоже, мне тоже знакомо. Моя бабушка рассказывала, то, что у нее дядя любил девушку, она вроде бы нет. Нашел пистолет, стрелял в дом, потом хотел себя. Это про моего прадедушку. Точно? Так что, получается, вы родственники, что ли? Вы даже не знакомы? Получается так. Если получается, это дом твоего прадедушки, моя прабабушка жила через дорогу. Давайте проверим. Давай проверим. О, вещи висят какие-то. Может быть, позаимствуем? А, вон дом. Да, он. Как-то я... жутковато. Ладно, посмотреть надо. Здесь старая. Моя прабабушка, кстати, была ведьмой. Выкинь твое кольцо. Опять. Опять. Значит, это точно? Да, точно. Моя прабабушка тут жила. Здесь все развалено. Лучше не будет отсюда. Не знаю, подождите. Давайте еще посмотрим. Зеркало. Если это ведьма твоя прабабушка, это твой прадедушка, получается, что это моя. Или почему она исчезла? Дима, и ты? И что мне теперь делать? Что было?
происходило? Вы с Элей вдвоем исчезли. Если мы видели не просто картинки, значит, история изменяется. А если он выстрелит себя? Тогда ты исчезнешь. Точно. И что делать? Надо изменить ход события. А только как? А если мы попробуем пройти через портал? Можно попробовать. А где твой прадедушка нашел пистолет? Так, мне кажется, это за деревней. Там такое место, дерево, береза такая. Домов почти нет. Так, получается, мы уже за деревней. А береза я видел где-то вон там. Давай пойдем поскорее туда. Это должно быть здесь, за кольцом. Это место такое. Да, похоже, это оно. Откроем портал. Приехали, что ли? Куда смотрят? Я не понимаю. Приезжай давай.